Ну что, любители клубнички, вы такого еще не пробовали? Сейчас покажу. Сегодня я вам начну готовить такое блюдо величайшее. Это пенне с клубникой. Что для этого нужно? Нужны пенне. Это такой формат пасты, который больше всего подходит для нашего дела. Кстати, у меня был величайший обзор по пасте. Наверняка кто-то из вас видел. А кто не видел, идите немедленно посмотрите. Подпишитесь на мой канал и немедленно посмотрите обзор по пасте. А пока вы посмотрите, я буду сварить наши пенне. Посолить. Вот еще чуть-чуть. Как вы помните, идеальный вариант – это литр воды на каждые 100 грамм сухого паста. Добавляем. О, прекрасно. Смешиваем. А пока наши пенне варятся, мы берем немножко мяты. А если вдруг у вас нет мяты, что? Ну, ничего страшного. Можем какой-то вашей любимой зелень. Мы в Италии чаще всего используем базилик, в основном зеленый, или вот это фиолетовый. Нам фиолетовый. Можно зеленый лук, можно петрушку. Укроп не советую, а все остальное советую. Тщательно порежем, ну без фанатизма, потому что не должны делать никакого песто, а просто так. О, это достаточно. Потом берем спелые клубники, убираем вот это зелененькое. Много, много клубник, много. И сейчас самое главное, как говорили древние врачи, некоторые продукты нельзя резать ножом, иначе они становятся невкусными. Клубника – это один из тех, которые лучше не резать ножом, а лучше руками. Она получается вкуснее. Сделаем из него пюрешка. Чеснок. Пару зубчиков. Если вам нравится. Если вам не нравится, тогда 0 зубчиков. Его чистим, давим. Главное, на чеснок надавить. Вот это весь суд чеснока. Можно немножко вместе с зеленью, чтобы приплетались все вкусы. Теперь все это сюда. Проверяем. Добавляем соль. Оливковое масло. Если вы любите остренькое, тогда добавляйте остренькое. Если вы не любите остренькое, тогда не добавляйте остренькое. Итак, наш соус готов. Наши пенне 30 секунд и готовы. Теперь главное движение. Наша паста кладем и соус. Хорошо смешивать. У вас будет холодный соус и горячая паста. Получается теплая паста. Если вы вообще хотите, чтобы это было холодное, тогда охладите холодной водой вашу пасту и потом кладите туда соус. Берем наше пармезано и такой большой тер. Добавляем еще немножко оливковое масло. И вуаля, величайшее пенне с клубникой. Кто-то из вас это пробовал? Поставьте супер лайк. А кто-то его не пробовал, тогда пусть подпишется на мой канал. Пусть нажмёт эту величайшую кнопочку и войдет в мир величайшее, вкуснейшее блюдо от Марко Джабетти. А если сезон клубника закончился, ничего страшного. Вы можете в любой момент вместо клубники использовать спелые помидоры.